стоят винтом к винту, и стеклянные кабины с грустью смотрят в высоту. Есть особая вертушка, ее видно за версту, с яркой надписью «Братишка» на простреленном борту. От Бамута до Цхинвали, от войны и до войны, так его любя прозвали с уважением пацаны. Сложным было положение, долго длился бой и вой, оказался в окружении под огнем десантный взвод. Приговорились парнишки, нечисть, сука, прет и прет. Вдруг глядят, летит братишка, их любимый вертолет. Сбросил вниз вооружение, все, что надо для войны, и прорвали окружение, победили пацаны. Рев умалишенно, били черти его в лед. Только как заговоренный был проворный вертолет. Сквозь обстрел проскочит мышкой, не теряя высоту, с яркой надписью «Братишка» на простреленном борту. От Бамута до Цхинвали, от войны и до войны, так его любя прозвали с уважением пацаны. К месту раненых доставит и лекарства подвезет. Словом, дел ему хватает, хоть пробоины видны. Все летает и летает скромный труженик войны. От Бамута до Цхинвали, от войны и до войны, так его любя прозвали с уважением пацаны. Настоящий. Ты слева, я справа. Ты левее, припаркуйся, я справа. The most professional Russian pilot. Все, вырубай, перелетишь. Вырубай. I'm going. Выпускай шасси. Oh my god! О, опять разъебалось, блядь. What's happening? I don't know, I just heard the sound of something. Yeah, I also heard the sound. Seems everything is fine. It's probably fine. Yeah, Влад, ты ебаный пидор, ты можешь нормально, блядь, приземлиться.